Тигр, самый знаменитый танк Второй мировой войны, был создан после почти 20-летней истории проектирования тяжелых танков для германской армии. Но нарушение Гитлером ограничений Версальского договора привело к значительному увеличению вооруженных сил и первоочередному производству более дешевых и, соответственно, многочисленных легких и средних танков для комплектации вновь создаваемых танковых дивизий. В мае 1941 года Гитлер организовал совещание в Берхофе с участием представителей военной промышленности и командования Вермахта. Он находился под впечатлением полученного от боев германских танков с тяжелыми французскими и британскими во время военных действий во Франции и странах Бенилюкса в мае 1940 года. Основным тяжелым танком французской армии был 32-тонный Б. Он был вооружен 75-мм и 47-мм орудиями. Толщина брони корпуса составляла 60 мм. Германские противотанковые орудия могли поражать его только при стрельбе в упор. Точно так же приходилось действовать против британского танка «Матильда-2». Несмотря на то, что он был меньше французского танка и весил 26 тонн, броня была еще более мощной. Толщина лобовой брони составляла 78 мм. Всего 14 этих танков участвовало в контратаке союзников против 7-й танковой дивизии Роммеля под Арасом 21 мая. Тем не менее, они прорвали германскую оборону, прошли по позициям дивизии «Мертвая голова» и подбили несколько германских танков, прежде чем огонь тяжелых зенитных орудий, слабо защищенные борта, остановил их. Точно так же развивались события и в Африке. Британские танки превосходили немецкие. В начале 1941 года командующий африканским корпусом Роммель применил тяжелые зенитные орудия против танков «Матильда». Стандартное противотанковое орудие германской армии калибра 37 мм уже устарело и нуждалось в замене. Точно такое же орудие было установлено на слабо защищенном танке Т-3, поэтому он не мог противостоять тяжелым английским и французским танкам. 75-мм орудие, установленное на Т-4, также не могло пробить их броню. Находившийся под влиянием этих событий Гитлер приказал начать разработку тяжелого танка, предназначенного для прорыва сильной обороны противника. Особое внимание уделялось установке на танк 88-мм зенитного орудия, которое так успешно действовало в качестве противотанкового и пробивало лобовую броню тяжелых английских и французских танков. Гитлер заявлял, что главным в танке являлась пробивная способность орудий и мощь бронирования. Изготовленный фирмой Хеншель танк ВК-3601H и его дальнейшие модификации ВК-4501H обладали рядом технических особенностей, воплощенных позднее в промышленном варианте «Тигра», и по существу являлись его предшественниками. Конкурирующая компания Фердинанда Порше также разрабатывала проект нового тяжелого танка. Он получил обозначение ВК-3001P. В мае 1941 года Porsche получил контракт на разработку танка ВК-4501П. Это был серьезный шаг вперед. После ряда Нюрнбергского года Гитлер начал военные действия против Советского Союза. Это была самая крупномасштабная агрессия в истории войн, с которой Вермахт столкнулся уже в конце июня. Тяжелые танки КВ-1 и КВ-2 имели одно и то же шасси, но разное вооружение. КВ-1 был оснащен 76-мм пушкой, а КВ-2 – 152-мм гаубицей. Броня танков КВ оказалась неуязвимой для германских противотанковых орудий. Однако, несмотря на столь серьезные преимущества, значительное количество танков КВ было потеряно уже в течение июля, благодаря применению 88-мм зенитных орудий и ведению огня в борт. Но еще более тяжелым ударом для немцев стало появление Т-34, среднего танка, являвшегося наиболее совершенным для того времени. Поэтому получение Вермахтом нового танка, способного на равных соперничать с советскими машинами, было просто необходимым.
20 апреля 1942 года оба прототипа «Тигра» ВК-4501H и 4501P с башней Круппа и 88-мм орудием были продемонстрированы Гитлеру в Растенбурге. Показ был осложнен рядом поломок и выявленных технических недостатков у обоих прототипов. Было решено провести дальнейшие испытания. Гитлер отдавал предпочтение прототипу «Порше». Но принятие окончательного решения осталось технической комиссии, которую возглавил министр вооружений Альберт Шпеер. В конце концов, для производства был выбран танк Хеншеля. Прототип Порше был отклонен из-за аварийности электромеханической трансмиссии. Кроме того, прототип Хеншеля был лучше адаптирован к производству. 90 тигров Порше уже находились в производстве, которое было начато, не дожидаясь результатов испытаний. Их было решено переделать в самоходное орудие, оснащенное 80-мм пушкой Л-71. Они получили название «Фердинанд» и впервые приняли участие в боевых действиях в июле 1943 года под Курском. Прототип Хеншеля, который на этом снимке преодолевает глубокий ров, был запущен в серийное производство. Был подписан контракт на выпуск нового тяжелого танка Т-6Е «Тигр». Широкая публика впервые получила информацию о новом танке в сборнике ежедневной хроники Deutsche Wochenschau, где был В самом конце сюжета вы видите, как 8 из 50 выпущенных к маю 1943 года «Тигров» выходят из ворот сборочного цеха. Танк слева покрыт только слоем обычного красного грунта. Следующая машина уже покрашена в базовый темно-желтый цвет. Небольшое количество выпущенных «Тигров» было отправлено в танковые дивизии. Были сформированы 10 батальонов тяжелых танков, получившие номера с 501 по 510. Каждый состоял сначала из двух рот по 19 танков, а затем из трех по 14 танков и трех командирских. То есть всего 45 танков «Тигров» в батальоне. Также в составе батальонов находились различные службы боевого и технического обеспечения. В составе элитной моторизованной дивизии Великой Германии находилась рота «Тигров», принимавшая участие в Курской битве. Позже для дивизии был сформирован батальон. В конце 1942 года было организовано три роты танков «Тигр-1», которые вошли в состав моторизованных дивизий СС. Адольф Гитлер, Рейх и Мертвая голова. Позже были сформированы отдельные батальоны тяжелых танков СС. «Тигр» стал наиболее мощно вооруженным и тяжело бронированным танком в мире. Его 88-мм орудие пробивало броню 100 мм на расстоянии свыше полутора километров. Танк постоянно совершенствовался. Наиболее распространены три модификации. Ранняя с командирской башенкой с откидывающимся люком и двумя фарами вверху на передней части корпуса. Промежуточная модификация, появившаяся во второй половине 1943 года, которая имела одну фару, смонтированную посредине лобовой плиты, корпуса и командирскую башенку со сдвигающимся люком, приспособленную для крепления пулемета. Гранатометы для противопехотных мин устанавливались внутри башни. Корпус стал покрываться цемеритом, гипсово-цементной смесью, служившей защитой от магнитных мин. В феврале 1944 года появилась последняя модификация, для которой использовалось шасси нового танка «Королевский Тигр», уже выпускавшегося на заводах фирмы «Хеншель». Начало боевой карьеры «Тигра» было неудачным. По приказу Гитлера четыре танка приняли участие в боевых действиях под Ленинградом в сентябре 1942 года. Они были подбиты противотанковой артиллерией, три из них удалось эвакуировать и затем восстановить. В январе 1943 года советские войска захватили свой первый «Тигр». Первые съемки «Тигра» в боевых условиях произошли в марте 1943 года на Восточном фронте на юге. Западные союзники впервые столкнулись с «Тигром» в Тунисе. 26 июня, перед наступлением под Курском, фельдмаршал фон Манштейн, командующий группой армии «Юг», принимал военную делегацию Турции в составе 5 человек, которую возглавлял начальник штаба генерал-полковник Шахид Будемир. Турки очень заинтересовались «Тигром», который был продемонстрирован одним из экипажей 3-й роты 503-го тяжелого танкового батальона. Танк успешно преодолел широкий противотанковый ров. Позднее делегация была ознакомлена со многими последними достижениями германской военной промышленности.
Турецкие офицеры были впечатлены движением «Тигра» и максимальной скорости, и ведением огня по отдаленным целям. Этот визит входил в специальную программу втягивания в Турции в войну на стороне Германии, разработанную. С их помощью надеялись одержать быструю победу. 2700 танков и самоходных орудий, дислоцировавшихся на этом участке, составляли около 60% всех германских танковых сил, с огромным трудом восстановленных после поражений под Сталинградом. Восстановить их снова уже не представлялось возможным. Германская военная промышленность была на это не способна. Очень большая ставка делалась на это наступление. Гитлер заявил, что его успех обеспечит дальнейшие победы. Может быть, успех был бы вполне достижим, если бы наступление началось весной, как и планировалось, но постоянное откладывание операции Гитлером привели к тому, что к середине лета советские войска превратили свою линию обороны в неприступную крепость. Гитлер был совершенно уверен в том, что русские не выдержат массированного наступления, в котором примут участие его новейшие танки «Тигр» и «Пантера», а также «Сау Фердинанд». Под Курском было собрано максимально возможное количество «Тигров». 56 тигров находились на острие атаки с юга в составе 4-й танковой армии и имели задачу прорвать оборону Воронежского фронта. Дивизия Великой Германии имела в составе роту из 14 тигров и еще 42 в трех танково-гренадерских дивизиях эсэсовского танкового корпуса. Защита 4-й танковой армии с фланга обеспечивалась 503-м тяжелым танковым батальоном, в составе которого находилось 45 тигров. Однако три роты 503-го батальона были отданы 6-й, 7-й и 19-й танковым дивизиям. На севере 9-й танковой армии придали 505-й батальон тяжелых танков. Это соединение было уже потрепано боями, имело в составе две роты. Всего 31 танк в начале наступления. Третья рота присоединилась в ходе сражения 9 июля. Обширные советские минные поля привели к большим потерям среди германских танков. На этих кадрах вы видите, как экипаж «Тигра» меняет гусеницу пострадавшую от взрыва советской мины. Тяжелые самоходные орудия «Фердинанд» в составе 653-го и 654-го батальонов истребителей танков прорвали советскую оборону на первый же день наступления. 88-миллиметровые длинноствольные орудия Л-71 с успехом пробивали броню советских танков. Однако сами они были крайне уязвимы в ближнем бою для пехоты с магнитными минами из-за отсутствия пулеметов. У экипажа не было другого выхода, кроме как стрелять по пехоте из орудий. Генерал Гудериан позже назвал это стрельбой из пушки по воробьям. Это привело к потере 44 из 89 участвовавших в битве Фердинандов. Но тем не менее, они безусловно показали себя самой лучшей стороны в уничтожении танков противника. Советские войска приложили значительные усилия для уничтожения Фердинандов, сочтя их наилучшим оружием германской армии. Самыми удачными в битве под Курском по праву считаются «Тигры». Именно «Тиграми» было уничтожено наибольшее количество советских танков. Ровная местность позволяла им с дальней дистанции поражать Т-34, КВ, Черчилли, Ли и Т-70, составляющие большинство советских танковых сил в битве. Советские танкисты, вспоминая свои дуэли с «Тиграми», обращают внимание на их мощное дальнобойное орудие и удачное распределение брони. Они рассказывают, как их 76-миллиметровые снаряды просто отлетали от лобовой брони чудовищ. Неудивительно, что командирам советских танков Т-34 рекомендовалось использовать свою скорость, быстро приближаться к цели, маневрируя, бить «Тигры» в борт, где броня была более слабой и, соответственно, уязвимой. Такой была советская тактика в битве у Прохоровки 12 июля, когда 5-я гвардейская танковая армия сошлась с танковым корпусом СС в величайшем сражении в истории.
На очень ограниченной территории 500 танков Т-34 передовой эшелон советских сил двинулся на германские танки. Здесь не было никакого толка от преимущества тигров на дальней дистанции. Танки били в упор, таранили друг друга. Поэтому преимущество орудий и брони уже не имело никакого значения. Хотя потери в тиграх под Курском были не очень велики, тем не менее, битва была проиграна, а вместе с тем окончательно потеряна инициатива на Восточном фронте. Уважение советской стороны к германским тяжелым танкам было бесспорным. Победе над ними придавалось огромное значение. Это проявилось в названии статьи «В правде тигры горят». Фраза стала синонимом победы советских войск в одном из наиболее значительных сражений войны. Не был заранее продуман вопрос транспортировки поврежденных танков. Обычно для того, чтобы сдвинуть 56-тонный танк, использовалось 3 18-тонных полугусеничных тягача. Однажды всего за два дня в 1944 году 508-й батальон потерял 15 тигров из-за поломок механики при отсутствии тягачей. После сражения под Курском тиграм приходилось участвовать в тяжелых боях в отступлении к Днепру. Поздней осенью уцелевшие фердинанды и 656-го батальона истребителей танков сражались за Никопольский плацдарм. Сводка вермахта 26 ноября сообщает, что в ужесточенных боях было подбито 56 советских танков. После этого оставшиеся фердинанды были отведены с линии фронта и отправлены в Германию для доработки. Они получили пулемет, командирскую башенку и были обмазаны циммеритом. Машина получила новое название «Элефант». Их отправили в Италию, где они и были уничтожены. В ноябре-декабре 43 года танковая рота 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарт» Адольф Гитлер участвовала в тяжелых оборонительных боях под Киевом. Появление тигров на линии фронта, даже в небольших количествах, имело значительный эффект. Свидетельствуя этому, действия 502-го батальона в боях на северном направлении на Восточном фронте. В это время 502-й батальон находился под Невелем. Советские войска предприняли мощное наступление на Ораниенбаумском плацдарме. Целью наступления был прорыв блокады Ленинграда в январе 1944 года. Быстрая переброска 502-го батальона значительно усилила немецкую оборону в тяжелых боях. Группа армий «Север» начала отступление от стен города. Перевозка тигров на фронт, а также передвижение отдельных рот и даже батальонов, по возможности осуществлялось по железной дороге. Транспортировка тяжелого и широкого тигра была нелегкой задачей. Для того, чтобы уменьшить ширину, применяли специальные транспортировочные гусеницы. Боевые гусеницы привозились вместе с танками. Иногда даже снимали внешний ряд катков. Весь процесс снятия наружных катков и замены гусениц, затем установка катков и боевых гусениц по прибытии был трудоемким, но все чаще тигры путешествовали вдоль фронта, используясь для усиления обороны в местах прорыва советских войск. Скорость замены гусениц во многом зависела от погоды и других условий. Опытному экипажу на эту задачу требовалось около 30 минут. Передвижение тигров требовало подготовки, так как были необходимы платформы, способные выдержать их вес. Проект пришлось разрабатывать, так как германские железные дороги не обладали платформами, способными выдержать 56 тонн. Построенные из расчета 82 тонн, новые платформы могли перевозить и «Фердинанды», и «Королевские тигры», и «Ягд-тигры». Зимой и ранней весной морозы чередовались с оттепелями. Группе армии «Юг» пришлось противостоять мощным советским наступлениям, во время которых «Тигры» постоянно участвовали в боях. Для германских пехотинцев на Восточном фронте война превратилась в постоянное преодоление естественных преград, то жидкой грязи, то гололеда. Ничто не могло остановить продвижение на запад, не знающие усталости и потерь советской армии.
Хотя немцы временами одерживали незначительные победы на тактическом уровне, стратегически Красная Армия не упускала инициативы. Германских ресурсов просто не хватало на то, чтобы справляться со все возрастающей мощью советских войск. Массовый выпуск танков, самоходных орудий вместе с поставками по ленд-лизу грузовиков и другой техники заставил немецких солдат оценить всю действительную мощь советского наступления. В конце января 1943 года советские войска начали мощное наступление на северо-западе Украины, прорвали германскую линию обороны, что привело к окружению около 60 тысяч немецких солдат под Черкассами. Немцы мгновенно организовали выручку, танковую группу «Беккер», в составе которой находились «Тигры» 503-го батальона и «Лейбштандарта», а также другие танки. Они начали прорыв окружения в начале февраля. Продвижение было медленным из-за ожесточенного сопротивления советских войск, которые делали все, чтобы помешать прорыву и спасению окруженных частей со всех их боевой техникой. Немцы также сражались отчаянно и объявили о уничтожении 210 советских танков в ходе боев. После 4 дней наступления удалось пробиться к окруженным и организовать коридор 17 февраля. Удалось вывести только 30 тысяч человек. Все тяжелое вооружение пришлось оставить русским. Оценивая результаты боев, Беккер заявил, что лучшими танковыми соединениями были «Тигры», и действовали они наиболее эффективно. В начале декабря 1943 года 503-й танковый батальон прибыл в Витебск. Он имел в составе все положенные 45 «Тигров», начал боевые действия против Красной Армии и всю зиму участвовал в тяжелых боях. Несмотря на значительные потери, полноценных замен не произошло. В таком состоянии батальон находился перед советским летним наступлением в июне 1944 года. Германские съемки апреля 1944 года демонстрируют «Тигры» 505-го батальона в боевых действиях под Тарнополем. Кадры представляют особый интерес, поскольку являются лучшими из уцелевших, где «Тигры» демонстрируют свою тактику в бою. Высадив гренадеров, которые должны следовать за наступающими танками, «Тигры» сосредотачиваются на невидимых пока советских позициях. Они продвигаются парами, поддерживают друг друга, используя стандартную тактику, отработанную на учениях. Пленка также демонстрирует, как практически в идеальных условиях дальнобойные 88-миллиметровые орудия поражают Т-34 в башне. Только к весне 1944 года у советской армии появилась усовершенствованная модель Т-34 с новой башней и 85-мм орудием, способным поражать «Тигр». Пушка ЗИС С-53 была удачной, особенно в сочетании с новой башней, рассчитанной на трех человек, что освободило командира экипажа от помощи башенному стрелку. Однако «Тигры» продолжали поражать Т-34-85 с расстояния, которое превышало дальность стрельбы советского танка. В сражении 44-х и 45-х годов «Тигры» использовались исключительно в обороне.
Используя свое орудие, «Тигр» подбивал наступающие три четверки, заставляя платить их дорогой ценой за продвижение вперед. Вы видите кадры, снятые корреспондентами для германской еженедельной кинохроники. В лице ИС-2 «Тигр» столкнулся с очень серьезным противником. Броня башни 160 мм, 122-мм орудие, снаряды которого весили 25 кг и были способны с расстояния в километр пробивать броню толщиной 160 мм. С помощью этого танка советское командование надеялось нейтрализовать «Тигры». Генерал Хассе фон Майтофель так описывал свою первую встречу с ИС-2 весной 1944 года, командуя танковой дивизией Великой Германии. «Это был настоящий шок, когда снаряды «Тигра» на расстоянии 2000 метров не могли пробить его броню. Приходилось сокращать дистанцию вдвое. Только наилучшим образом, используя местность и маневрируя, нам удалось свести их преимущество на нет». Подобная тактика использовалась группами «Тигров» на восточном и западном фронтах вплоть до конца войны. июня 1944 года советская армия начала операцию «Багратион». Мощнейшее наступление с целью уничтожить группу армий «Центр» и нанести германской армии сокрушительное поражение, какого не знала история. К концу июля советские войска подошли к границе Польши и Восточной Пруссии. За эти два месяца на Восточном фронте было потеряно 216 «Тигров». 501 и 505 батальоны вообще перестали существовать, сметенные советским наступлением. Несмотря на потери, оставшиеся «Тигры» оказывали ожесточенное сопротивление наступавшим русским. Присутствие тяжелых танков успокаивало германских пехотинцев, которые могли положиться на их огневую мощь. «Тигры» участвовали в отражении большинства наступлений Красной Армии. Из Литвы они медленно отходили зимой и весной 44 и 45 годов, сражаясь с советскими частями. В конце лета 44 года появилась еще одна машина на базе «Тигра». Штурм «Тигр» весом 65 тонн был сконструирован в ответ на запрос вермахта, нуждающегося в самоходном орудии с мощным вооружением и броней. На штурм «Тигре» был установлен 380-мм миномет, окруженный массивным бронированным корпусом. Их выпускал завод в Берлине. Всего было укомплектовано две роты. Первая участвовала в подавлении Варшавского восстания в августе. Она присоединилась к другой специальной технике, собранной для выполнения приказа Гитлера сравнять Варшаву с землей. Варшава оказалась удачным объектом для действий штурм «Тигра». Именно для таких условий он и был разработан. На сегодняшний день это единственные обнаруженные съемки штурм «Тигра» в бою. При замедленном воспроизведении хорошо видно, как 345-граммовый реактивный снаряд вылетает из ствола. Несколько штурм «Тигров» участвовали в боях против американской армии в декабре 44 и январе 45 годов на границе Германии. Большинство было захвачено, три уцелело. Их переправили через Рейн, где они до последнего снаряда участвовали в обороне Бонна. июня 1944 года операция «Оверлорд», давно ожидаемое вторжение союзников в Европу, началось с высадкой вдоль побережья Нормандии, которая оказалась совершенно неожиданной. Немцы были убеждены, да и союзники сумели дезинформировать их, что высадка произойдет в районе Па-де-Кале. Основная масса германских войск была оттянута вглубь континента. Имеющиеся силы были недостаточны для того, чтобы успешно атаковать плацдарм союзников и выполнить требования Роммеля – остановить высадку на береговой полосе.
Собственно, в день Д только 21-я танковая дивизия успешно действовала против англо-канадских войск, высаживавшихся к северу от Каен. К вечеру 6 июня более 500 танков и 150 тысяч союзных солдат были уже на берегу. 7 июня прибыла 12-я танковая дивизия СС «Гитлерюген» и вступила в бой с 3-й канадской дивизией. В этом бою немцы подбили 28 «Шерманов», потеряв всего 6 Т-4. Хотя в это время на фронте находилось 88 «Тигров», в боевых действиях они еще не участвовали. Во время высадки 101-й тяжелый танковый батальон СС дислоцировался к северу от Парижа в районе Бувье. Получив 7 июня приказ двигаться в Нормандию, батальон прибыл только 12-го в район Вилес-Бакаж. 7-я бронетанковая дивизия англичан начала наступление с целью обойти противника с юго-востока через Вилес-Бакаж и выйти на западный фланг германских частей, блокирующих подступы к Кану севера. 13 июня рано утром передовые части англичан вошли в деревню. За ними наблюдал оберштурмбанфюрер Михаил Витман, командующий 2-й ротой батальона «Тигров». На своем «Тигре» он отправился навстречу вражеской колонии. Последующие события стали самым замечательным эпизодом с участием «Тигров» в войне на Западе. Витман стал командиром «Тигра» в начале 43-го года в составе 13-й роты 1-го танкового полка СС. В России он участвовал во всех основных сражениях на южном секторе фронта. К 9 января 1944 года количество подбитых его экипажем танков достигло 66. 14 января он был награжден рыцарским крестом. Через две недели число подбитых танков увеличилось до 117, и его наградили дубовыми листьями к рыцарскому кресту. В апреле он стал командиром 2-й роты 101-го батальона СС. Он был известной и популярной личностью среди немцев к началу боевых действий в Нормандии. Внезапно появившись из-за прикрывавших его деревьев, Витман повел свой «Тигр» вдоль скученной колонны английских танков, грузовиков и бронетранспортеров, в том числе «Брэнд-карьер», стреляя по ним. Войдя в Вилес-Бакаж, он подбил несколько танков «Кромвель». Теперь его поддерживали огнем 4 «Тигра» его роты и присоединились еще «Тигры» из 1-й роты. Кадры, снятые сразу после боя, дают представление о том, что же здесь произошло. На западном входе в деревню стоит колонна сожженных полугусеничных бронетранспортеров, несущих обозначение одной и той же дивизии. Чуть дальше легкий танк «Стюарт» перегородил путь в деревню. На главной улице жертвы «Тигра» Витмана, подбитые «Кромвели». Еще дальше танки Т-4 и «Тигр», подбитые британской пехотой. Здесь же «Тигр» Витмана, оставленный экипажем, после того, как ему перебили гусеницу. За этот успех Витман получил дубовые листья с мечами к рыцарскому кресту. Хотя «Тигры» еще до кампании в Нормандии служили у союзников соответствующую репутацию, теперь они превратились просто в кошмар для их танкистов. То, что германские тяжелые танки, как от нечего делать, расправлялись с союзными танками, чуть не привело к политическому скандалу в Великобритании. Самым массовым танком союзников был американский «Шерман». Максимальная толщина брони достигала 50 мм. Он был вооружен 70-мм короткоствольной пушкой. «Тигр» пробивал башенную броню «Шермана» М4А2 с расстояния 1800 метров. «Шерман» даже не мог приблизиться необходимое для ведения стрельбы расстояние. Установка длинноствольного 76-мм орудия модификации М4А1 дала возможность пробивать башню «Тигра» с расстояния только 700 метров, в то время как «Тигры» продолжали поражать «Шерман» с расстояния 1800 метров. «Шерман», модернизированный англичанами, установленный 17-фунтовой пушкой, получивший прозвище «Светлячок», стал единственным танком-союзником, способным подбивать «Тигра» с достаточного расстояния. Что касается остальных, то даже «Черчилль» Марк 7 и Марк 8 с толщиной лобовой брони 152 мм не мог выдержать огонь 88-мм орудия «Тигра».
Новый Кромвель был не лучше Шермана. Германская кинохроника времен боев в Нормандии изобилует подбитой союзной техникой. Шерманы, Кромвели и другие танки выставлены на обозрение пропагандистской кампании с целью в очередной раз продемонстрировать подавляющее преимущество германского оружия. Однако главной целью для командиров «Тигров» стали светлячки. Их было по одному на 3-4 обычных Шермана. Но значительные потери союзников в танках могли быть пополнены за счет имеющихся резервов, тогда как каждый потерянный Нормандии «Тигр» заменить было нечем. А потери были, если не от действий союзных танков, то от мощного огня корабельной артиллерии, поддерживающей высадку. Тяжелая артиллерия калибром от 150 мм обстреливала значительные территории. Один германский офицер вспоминает, насколько разрушительным был огонь артиллерии главного калибра линейных кораблей. Один снаряд разорвался рядом с «Тигром», и 56-тонный танк перевернулся на бок. Немцы ничего не могли противопоставить такому обстрелу. Они также ничего не могли поделать с подавляющим преимуществом союзников в воздухе над полями сражений в Нормандии, несмотря на огромное количество зенитных орудий, выставленных для поддержки наземных сил. Для многих немецких танкистов, в том числе экипажей «Тигров», привыкших к условиям войны в России, где поддержка с воздуха не имела такого значения, Нормандия явилась серьезным испытанием. Были необходимы совершенно новые навыки. Один из экипажей должен был постоянно следить за небом, чтобы предупредить о появлении авиации. Они должны были добиться того, чтобы с высоты полета их передвижение и дислокации в лесах и на открытой местности стали как можно более незаметными. Маскировка и камуфляжная краска стали как никогда ранее обеспечивающими безопасность. Одним из самых серьезных противников стал штурмовик «Тайфун», который после дня Д стал применяться в значительных количествах новых аэродромов на захваченной территории. Находясь вблизи от линии фронта, они могли мгновенно появляться для поддержки с воздуха. Кроме 4 20-мм орудий, их самым эффективным оружием являлись 8 6-фунтовых неуправляемых реактивных снарядов, подвешиваемых под крыльями. Мощность их залпа соответствовала бортовому залпу легкого крейсера. «Тигры» не могли противостоять такой силе. Они являлись основной целью «Тайфуна». Восемнадцатого июля операция «Гудвуд» началась с массированного налета более 1000 тяжелых бомбардировщиков на германские позиции на дороге из Каена в Полес. Их целью были «Тигры» и 88-мм орудия, которые на ровной местности обладали значительным преимуществом. В распоряжении Монтгомери были 3 бронетанковые дивизии. Большинство средних и легких танков были уничтожены. Из «Тигров» 503-го батальона один перевернулся, 3 были серьезно повреждены, многие были выведены из строя в ходе сражения. Но сопротивление, оказываемое немцами, демонстрировало, что осталось достаточно танков и орудий, чтобы нанести очень тяжелые потери британским танкам, двигавшимся на равнине. Дальнобойные орудия «Тигров» и «Пантер» подбивали наступающие британские танки. К концу дня, как позднее вспоминал один полковой историк из ушедших в атаку танков, 106 остались стоять подбитыми на поле боя. После еще 2 дней ожесточенных боев потери англичан составили около 400 танков. Это 36% танковых сил Нормандии. Однако германские потери были также высоки, и если союзники могли каждый подбитый танк заменить новым в течение 36 часов, то немцы не могли восполнить свои потери. Многим германским командующим стало совершенно очевидным, что потери в живой силе и технике в Нормандии оказались настолько большими, что судьба всего Западного фронта уже не вызывала сомнений. В этом сражении впервые участвовали королевские «Тигры», 12 в составе 1-й роты 503-го батальона.
При весе в 68 тонн этот танк стал самым большим и тяжелым из участвовавших во Второй мировой войне. Он был внешне ближе к среднему танку «Пантера», прежде всего напоминая ее наклонными броневыми плитами. Основа проекта было 88-миллиметровое орудие длиной 71 калибр, равного которому не было ни на одном танке того периода. Which remained the most effective weapon fitted to any tank of this period. The 88-миллиметровое орудие L-71 было вариантом тяжелого противотанкового орудия ПАК-43, находящегося на вооружении с 1943 года, приспособленным для установки на Королевский Тигр. Как вы видите на этих кадрах, многие из орудий устанавливались на громоздкое шасси, становясь тяжелыми и неудобными для транспортировки. Вы видите кадры с участием в бою этого орудия. Несмотря на многие неудобства, оно было способно подбивать Т-34 с расстояния 3500 метров. Вторая модель «Тигра» поступила только в тяжелые танковые батальоны Вермахта и Ваффен-СС во время переоснащения. Производство обычного «Тигра» в августе было прекращено. Кроме того, тяжелые танковые батальоны на Восточном и Западном фронтах несли значительные потери. Ни один из танков 503-го батальона не уцелел в ходе боевых действий в Нормандии. Прорыв американских войск на западном фланге, наступление союзников, рейд 3-й армии Паттона в тылу германских войск создали предпосылки для уничтожения германских армий на Западе с помощью окружения. 8 августа началось англо-канадское наступление через Фалес. Массированный артобстрел велся одновременно с мощными ударами с воздуха с целью сломить германскую оборону. Одной из жертв стал Михаил Витман вместе с экипажем. Его «Тигр» под номером 007 был расстрелян 5 шерманами 8 числа. Им помогали истребители «Тайфун». Экипаж Витмана был захоронен в спешке прямо рядом с танком и был обнаружен только в 1983 году. Они были перезахоронены на германском военном кладбище в Нормандии. Кольцо союзных армий сомкнулось вокруг Фалес 18 августа. Около 100 тысяч германских солдат сумели избежать окружения, но все равно потери были колоссальные. Союзная артиллерия и авиация обстреливали дороги, по которым уступали германские войска. Уцелевшие «Тигры» сражались до конца, и лишь немногим удалось прорваться. Германские потери в боях в Нормандии составили более 450 тысяч человек убитыми и ранеными и 1500 танков. Тем, кто вышел из окружения, предстояло отступление на восток и северо-восток. Германский оператор заснял их продвижение через французские деревни на пути к Сене. Уцелевшие танки шли к переправам. Всю дорогу их преследовали самолеты союзников. В итоге на подходах к реке оказалось много подбитых танков, брошенных экипажами, которые шли дальше на восток пешком. Один из немногих уцелевших после окружения королевских «Тигров» был потерян именно таким образом. Союзная авиация разбомбила все основные мосты, поэтому только легкая техника могла форсировать реку на паромах или понтонным мостам, возведенных инженерами. Экипажам, добравшимся до реки на своих «Тиграх», надеяться было не на что. Мосты уничтожены, паромы не в состоянии выдержать вес танка, поэтому оставалось только взорвать машины, чтобы они не достались врагу. They had no choice but to blow up their tanks to prevent them falling into enemy hands. Thus, as the Allies Союзники шли к пятам за отступающими германскими войсками. На своем пути они встречали значительное количество взорванной или сожженной техники. Этот «Тигр» уцелел в боях в Нормандии и был уничтожен уже у порта Руан. Весь батальон был
Погруженный железнодорожный состав в начале октября оказался в Венгрии. Первоначальной задачей 503-го батальона по снижении Будапешта стало контролировать верность венгерского правительства и не допустить его переговоров с русскими, которые уже подходили к городу. Тигры патрулировали улицы города, вселяя неуверенность тех, кто решил порвать отношения с Германией. Так получилось, что именно тогда были сделаны снимки королевского тигра крупным планом, и появилась возможность ознакомиться с особенностями его конструкции. Длинный ствол 88-мм орудия удерживался очень мощной маской. Передняя поверхность башни была небольшой и являлась тяжелой мишенью для попадания. Боковые плиты толщиной 130 мм имели угол наклона около 50 градусов и были тяжело уязвимы для огня неприятеля. Наличие циммерита на этом королевском тигре говорит о времени его выпуска до 9 сентября, когда было принято решение более не носить циммерит на броню. После этого 503-й батальон участвовал в сражениях против наступающей Красной Армии. Он оказывал ожесточенное сопротивление, в ходе которого были уничтожены почти 1500 вражеских танков, и в начале ноября участвовал в боях под Будапештом. Затем он принимал участие в германском контрнаступлении. В начале января 1945 года 503-й батальон был переименован, а его номер присвоен танковому батальону СС. Он участвовал в тяжелых боях на Восточном фронте до мая 1945 года. Heavy tank battalion, 506-й тяжелый танковый батальон, имевший в своем составе танки «Тигр», с июля 43-го года действовал на Восточном фронте. В августе 44-го был отозван Германии для получения королевских «Тигров». Его первый бой в новом составе произошел в Голландии, где он противодействовал парашютистам союзников, пытавшимся захватить мосты через Рейн. После провала операции «Огород» батальон был отправлен на южный участок фронта, где он противостоял прорыву американцев и наступлению на Аахен. Тяжелые кровопролитные бои продолжались до конца октября. В конце ноября 3-я рота заявила о своих 222 подбитых вражеских танках с момента появления в ее составе королевских «Тигров». Кроме того, были уничтожены 189 противотанковых орудий, 24 орудия и 32 грузовика. Впоследствии батальон принимал участие в Арденской операции. Во время наступления 501-й батальон был составлен лейбштандартом, и было принято решение не задействовать его, поскольку узкие обледневшие дороги становились опасными для тяжелых и крупногабаритных машин. Некоторые королевские «Тигры» были покинуты экипажами, когда кончилось топливо, остальные подбиты союзной авиацией или американскими самоходными орудиями. 501-й тяжелый батальон войск СС позднее докладывал, что в боях за Арденны им было потеряно 13 королевских «Тигров». В составе 301-го батальона находился «Тигр» ранней модификации. Это был командный танк, который был также оставлен на поле боя. Союзники продвигались на территорию Германии. Последним серьезным барьером на их пути стал Рейн. В начале марта и он был перейден, когда американские войска обнаружили, что мост Людендорфа у Ремагена все еще стоит неповрежденный. На противоположном берегу был сразу же организован плацдарм. Он и стал главным объектом для атак немцев. 12 марта на плацдарм были брошены Ягд-Тигры из 512-го батальона. Они уже участвовали в боях за Арденны в составе 653-го батальона. Огромная машина весом 70 тонн была оснащена 128-мм орудием ПАК-44, самым мощным противотанковым орудием Второй мировой войны. Несмотря на то, что их было построено всего 77 штук, они оказали значительное влияние на ход боев. The
16 апреля 1945 года, в 5 часов утра, на востоке началась битва за Берлин, завершающее сражение войны. Она началась с артобстрела, который вели 8 тысяч орудий и реактивных установок. Войскам под командованием маршала Жукова понадобилось 3 дня для штурма Зиеловских высот, обороняемых 88-миллиметровыми орудиями и танками, в составе которых были королевские «Тигры» из 502-го танкового батальона СС. До самого конца военных действий экипажи «Тигров» носили противнику огромные потери. Жуков отправлял волну за волной Т-34, сопровождаемые ИС-2 и самоходными орудиями в атаку на германские позиции. Многие из них потеряли башни после падания орудий «Тигров».